преддверии Песоха добровольцы из Тель-Авива и других городов Израиля собирают коробки с продуктами для людей, которые не могут позволить себе приобрести подарки к празднику самостоятельно. Мы собираем продуктовые наборы для нуждающихся. С прошлого года мы решили сделать это традицией. Мы узнали, что в Тель-Авиве и его окрестностях живет большое количество бедных, у которых нет возможности приобрести еду и одежду. Поэтому по случаю различных праздников люди из нашей общины и синагоги стараются проводить специальные благотворительные акции. Сейчас, накануне Песоха, мы собираем продуктовые наборы для людей, которые не могут позволить себе купить их. Стоимость каждой коробки составляет порядка $50. Невероятно, но к нам начали приходить люди, у которых было желание принять участие в таком прекрасном проекте. Им всего лишь нужен был повод, чтобы пожертвовать деньги, поэтому мы не испытываем недостатка в средствах. Мы приобрели свыше 2,5 тонн продуктов, которые расфасованы в 200 коробок. Мы раздадим эти продукты людям, пережившим Холокост, пожилым эфиопам из бедной общины, пенсионерам, которые, как нам известно, нуждаются в помощи, а также людям, которые не могут себе позволить приобрести к Песоху определенные продукты. К нам пришло столько людей, что удалось разложить продукты по коробкам всего за 1,5 часа. Мы раздадим их нуждающимся в самое ближайшее время. Надеюсь, в следующем году количество продуктовых наборов утроится. Давать — это в первую очередь получать. На мой взгляд, мы сами во многом обогатились благодаря тому, что помогли другим. Мне кажется, каждый, кто приходит сюда, становится лучше. Сейчас самое время для благотворительности. Людям хочется творить добро, и делать это можно в любое время, в том числе накануне еврейских праздников. Это способ помочь другим людям в нашей общине. Даже те, кто не может предоставить финансовую помощь, приходят сюда и трудятся на благо общины. Так они могут быть уверенными, что приносят реальную пользу. Эту синагогу в Тель-Авиве посещает множество молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, как евреев, так и представителей других национальностей. Здесь молодые люди могут принимать участие в жизни общины, совместно отмечать шаббат и проводить праздники. Но члены еврейской общины, как и любой другой, не только веселятся, но и выполняют заповеди иудаизма, в частности, помогают ближним. Мы хотели не просто посещать синагогу, но и ощущать себя членами общины, поэтому решили акцентировать внимание на важных аспектах иудаизма, таких как благотворительность и забота о ближних. Когда я был подростком, мне всегда рассказывали о важности благотворительности и помощи другим членам общины. Я жил несколько лет за границей, поэтому знаю, что евреи диаспоры поступают так же. Мы воплощаем в жизнь один из еврейских принципов. Заповедь помогать ближнему содержится в Торе, и каждый из нас старается ее соблюдать. По мере приближения Песоха многие семьи совершают последние покупки для праздничного стола и готовятся к неделе празднеств. Благодаря подобным благотворительным инициативам у малоимущих людей появилась возможность провести веселый и кошерный Песох.